Мы с Максом бежим. Мы в Майкопе бежим. Мы... Сегодня едем к Косте в армию, нужно проведать человека, уже, сука, 3 месяца, наверное, его не было. Нет, ну это нормально вообще? Здорово. Это плохо вообще. Все, уже конец? Я все уже пошел. Человек, получается, сколько? 3 месяца в армии уже, 1/4 есть. Увидимся с ним, узнаем, как у него дела. Вот. Кто, если из знакомых будет смотреть, то увидите, что армия делает с людьми, как изменяются они внутренне и внешне. Вот. Поэтому смотрите и не переключайтесь. Ну, рассказывай, Макс. Короче, приехали к пацанам. Ну давайте пока там зеленый, да. Да. Мы с Максом бежим. Мы в Майкопе бежим. Мы в Майкопе бегаем по городу. Знаешь, что я тебе скажу? Да. Холодно очень. В Майкопе холодно. В Майкопе холодно, брат. Теперь ты. Живой? Да, не надо. Клуба нет у тебя. Давай, я вчера бухал. А вы хотите мою статью там почитать? Вот книжка лежит, там статья Фоменко Сергея Юрьевича есть вообще-то. Мне плевать. Что, в сети или может? Побольше. Здесь просто даже не сядем. Пойдем? Нет, походу, по-любому сегодня надо в клуб ехать. Да ты двигаешься неактивно. Да, ты для клуба слишком слаб сегодня. Тебе нужно еще прокачаться чуть-чуть. Да сейчас у меня еще полная бутылка прокачки. Вот, у меня есть какая-то девчонка, Барокко Катя. Я не знаю, чья. Я не знаю, что это за телка. Твое мнение о Майкопе? Хороший город. Как он тебя принял? Нормально. Как Макдоналдс. Закрытый. Строится еще. Да хороший город. Как бы я его весь не видел. Ты видел только доброту из Сицилии, да? И Костю. И Пепси. И Пепси. И ну, еще майкопский ты... хот-дог за 50 рублей. Так, ну... Но ты еще не видел... Ну, как бы я на картинке увидел. Нет, ты еще не видел гонок здесь, перестрелок. А мы бригаду включим, вызовем пистолеты. Какие пистолеты? А я служу в бригаде. Губки бантиком, бровки домиком, похож на маленького сонного гномика. Знаете, что нет, вы мне... Константин, вы мне можете прописать какую-нибудь программу? Ну, да, я просто как бы... Я 15 биг-тестей в день кусаю. Год армии. Год армии, сука. И нахуй. Перелечок, чтобы ты заплакала, и пусть сейчас они все одинаково. Пусть банально и не талантливо, но ты сумел на гитаре сыграл, спел. Чего я встал и едем? Макс, где мы едем? Не знаю. Макс, вкусно плохо будет видно. Очень вкусно. Сережа хорошо готовит? Да, очень вкусно. Так похоже на него. Но так как ты украл, ты наберешь жир. Я на массе. Я на массе, останься с меня. А ты сейчас обратно выпил. Я на массе жир. А потом тебе, короче, Макс, это... Макс, Сережа твой кумир, да? Конечно. Сережа... А ну, набери полный рот. Сережа мой повелитель. Говори улицу сейчас. Карельская, 50. А ну, на камеру, давай. Она не хочет работать. Напись. Подожди, убери. Она не воспринимает голос Макса. Карельская, 51, 14.
Давай на счет три. Только заткнитесь, блядь. Карельская, 51/14. Карельская, блядь. Карельская, 51/14. Карельская. Говори по-русски. Карельская, 51/14. По-русски только. Не говори ничего. Она, ты сбиваешь, давай он сам скажет и все. Все, тихо. Да, все, молчим. Все, молчим. Карельская, 50... Какой обработка, подожди. Как тут можно? Как тут можно молчать? Карельская, 51/14. Карельская, 51/14. Это тур нереально. Прощает удар в двери рядом с лицом. Ты те самые краски твоих маленьких рук, сберегавших любовь. Это то нереально, что прощает удар в двери рядом с лицом. Ты те самые краски твоих маленьких рук, сберегавших любовь. Той нереальной, что прощает удар в двери рядом с лицом. Ты те самые краски. Мёд. Главное нос.